Наруто. Вау. Меня зовут Витас Москаль. Я родился в Брашке на 25-м году. Беременности мамы. Этот малыш я, а этот я. И этот я. Отец стал работать как проклятый, зарабатывал кабачки. И почти все спускал на гроши и грошиши. А потом... Потом отец решил, что нам пора покинуть Брашку, пересечь океан, пересечь жизнь в Америке. Нахуй пошел, понял? Что ж, тогда нам не повезло. Тогда отец решил, что нам пора уезжать в Самару. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Самары. Впрочем, кончил. Трудно представить нечто более отвратительное, чем наша новая конура на Арцибалше в Скалье. Крыса! Мне нужен был английский, но отец решил, что черта с два. Мне нужен английский. И когда мне было 8, меня отдали работать в порту. На работу пошел! Работать я не хотел. Я хотел делать зло. Со временем меня отдали нахуй. Там я и встретил Джо. Выглядел он паскудно и пах не лучше. Постепенно мы стали лучшими друзьями. Быстрей! У обоих свистело в жопу, а пристойной работы не было. Чёщ! И мы затеяли свое скромное зло. Отдай залу, блядь! Сюда! Быстрей! Давай, сука! Стой, стрелять буду! Чёрт! Эй, ты! Мордой к стене! Ноги расставить, руки к стене! Ноги на забор! Забор! К стене! Руки на... Ноги... Что ж, тогда нам повезло. Шла война. И нужны были солдаты по-итальянски. Эй, мы итальянцы! Мы все знаем о лазанье и комичных больших усах! Мордой к стене! Я танцую в реке. Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Пита! Ну что, поехали? По пиву. Конечно. Чал по нему. Ну а ты как думал? Не скажу, что тут придется. Салют. А, салют, Чентани. Ну, какими судьбами? Я чтоб повалялся в пару месяцев, а теперь вот на побывке. Эй, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал? Война еще не кончилась. Не верю. Война кончилась. Водка наша мощь, водка наша сила. Ты мне как брат родной. И завтра есть один разговор. Ну конечно. Упячку ты. Взлетаем! Привет, мама. Я вернулся. Мама. 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 Витас. Из-за счастья завтрашнего дня. Ты же, наверное, голодный. Хороший борщик. Жарко, 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 жарко. Тебе полезно. Господи, ну и водища. Какую ебу, сука?
Как так можно? Кланяться в совтание круче. Ну а молодой человек есть? Нет. Ну, увидимся утром. Здесь жить нельзя. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Мама, я люблю Джо. Как так можно? Твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он Папа Лардо. Найди Папа Лардо и работай усердно, как Папа Лардо. Вали отсюда нах! Папа незадолго до смерти взял у смерти в долг много. И сколько? 2000 душ. Сколько? 2000 душ. Сколько? А хуже всего мы должны отдать смерть. Черт! Приходи, когда бабки будут! Чтобы больше по ночам не шумел. Чтоб здоровым быть, надо хуй дрочить. Чтобы сильным быть, надо хуй дрочить. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь убиваться. Тебе не зарабатывать. Звучит как музыка. Удачники. Они же неудачники. Погадишь ты труп. Надо. Я ищу мистера Папа Лардо. А? Зачем? Меня зовут Папа Лардо. Мой Папа Лардо работал на Папа Лардо. Я ищу Папа Лардо. Вот и пришел сюда. Как Папа Лардо поживает, кстати? Он умер. А, ну тебе повезло. Ну а молодой человек есть? Ты охуел? Видишь грузовик? Грузи в тот грузовик. Закончишь, получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего, получишь десятку. Потеряешь грузовик, получишь десятку. Потеряешь ящики, получишь десятку. Сломаешь грузовик, получишь десятку. Сломаешь ящики, получишь десятку. Потеряешь десятку, получишь десятку. Сломаешь десятку, получишь десятку. Десятку. Ну, ты все? Да, я все. Тогда катись отсюда. И где это ты был? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Что? Его зовут Генри Максина. Чего, правда? Его не зовут, он сам идет. Чего, правда? Пора заниматься всякой ерундой. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Генрик! А уж делай, Джо. Это он. Ну, а молодой человек есть? У тебя кто-то есть? Да. У меня для вас есть одно дело. Новая бритва Джилет с технологией бритвы Джилет следует контурам яйца. И сок извивает буквально каждый сок. А вот фризбри лекс и волосок. Заткнись, блядь! За хорошие деньги. Мне нужны тампоны. Где их возьмем? Во. Нет. Слишком круто. Просто думаю... Думать не надо. Ночью там полные хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то в заднице. Витапс пойдет один. На Джо у меня другие планы. Лучше перебздеть. Вижу, Джо умеет взирать. Джо, мне нужны 10 тысяч гандонов. Да. Их нужно заштопать. Да. Мне нужна чистая работа. Сколько платишь? Немало. Получишь треть. Чего, правда? Мне треть, ему треть, тебе треть. Hey, дил вале, сари дуния се нирале, хам джеса кон хе. И как успехи? Что не так?
Еще как, мать твою, все не так. Ты пернула. О, черт. Месседжный бьет со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и? Значит, тампоны нахрен никому не нужны будут. Можно развести их по всем пиздам в городе. Бля, раскуриться бы сейчас. Мы так не договаривались. Ну, это Россия. Тебе может помешать чекиста. Я тебе уже сказал, что делать, пиздуй. Конечно. Как я заебался. Привет, красавчик. Привет. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Возвращайся на свой родной остров, шлюх! Здесь жить нельзя. Это было ничего. Так, да это Лука Гурино. Очень приятно, мистер Генри. Ты чё, дурак? Зови меня Лука. Мистер Генри. Дегенерат, ебучий. Садись, Вита. Дебил, ёбаная сука, блядь. Что вам принести? Дементий, гони свиней. Вы просто фрица, верно? Да. Нам нужны такие люди. Почти у всех кишка тонка. Нам нужны люди, которые умеют расширять жопы пальцем. Так что... Я только и делал это пальцем, президент. Так, что? Анекдот. У Машеньки в школе впервые начались месячные. Она перепугалась, никак не может понять, в чем дело. Сидит в коридоре в уголке и плачет. Мимо идет Вовочка. И говорит: Машка, ты чего плачешь? Она говорит: бля, не понимаю, у меня что-то вот такое. Он говорит: ну да, я посмотрю, я же мужчина. Она юбку задирает и говорит: смотри. Он говорит: блядь, я, конечно, в ваших делах женских ничего не понимаю. Но, по-моему, тебе оторвали яйца. Ты долбоёб ёбаный! Да. Нам нужны такие люди. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Новый год – время волшебства. В этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Это мой заказ. Блять. Один жердяй с того берега. Он неуязвим. А это как? Ну, он неуязвим. Его уже как-то пытались убрать. И? Он неуязвим. И как завалим? Пум. Как завалим? Пум. Как пум завалим? Пум. Пум, 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 пум. Ну, до встречи. Пум. Откуда ты, Генри? Добро пожаловать в Татарстан. Татарстан богат. Надеемся, и вы тоже. Здесь текут реки с чистой водой, растут густые леса, добывается нефть и другие природные ресурсы. Но наше основное богатство – это люди. Ага. Ну а молодой человек есть? Муссолини. Не умничай, Джо. Я сосал Муссолини. Так что у меня нет чести. Так что он отослал меня из стада. Вита, целься в толстого. Дорогой. Не надо! У меня жена! Ах ты гнида позорная! Ты чё, приедешь, сука? Это толстый диджей! Он неуязвим. Мне тут хуёво! Чёрт! Мне надо к Эль Греко. Это художник? Да. Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Да ладно тебе, даже близко не попал.
О боже! Хроники Нарнии и Гарри Поттер и узник Азкабана, сука, блядь. Азкабана, блядь. Мир сошел с ума, Гарри Поттер, блядь, пиздец. Вы доктор Эль Греко? Нет. Деньги свои возьми. Папа, мне нужны деньги на... Саша! Сарказм. Fuck you. Витеск, вы арестованы за... Тампоны. Пройдемте с нами. Тебе может помешать чекист? На тело гречки печать. Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Воры, педофилы, убийцы, уби... Воры, педо... Воры, убифилы, педо... Ров, сибу... Убийцы... Воры. Федеральная тюрьма. Здесь жить нельзя. Ты где был? Пиво пил. Внимание! В компании с толстяком время летит незаметно. Как дела? Я выхожу из тюрьмы. И... что нового? Я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Она больна, Витас. О, Мадонна, здорово! Я на самом деле мужчина. У меня большого. Как? Трани, найди самого лучшего врача. Витус. Нет, серьезно, найди врача. Трани, иди в жопу. Похоже, мне пора. Скажи ей, Джо, я люблю ее. Обязательно. В тюрьме жизнь оказалась нелегкой. Мне сразу пришлось отстаивать свою честь в разборке с местным авторитетом. Приступим, помолясь, к отстаиванию чести нашего супер-боксерчика против авторитета. Всего три, да, вида удара, можно еще блок поставить. Ладно, развлекайтесь, извращенцы. Ты очень сладкий. Постепенно мы стали лучшими друзьями. Шухер! Это что, групповуха? Я ваш хозяин! Я вам так натяну, до небес орать будете! Светишь. Меня зовут Лео Галлео. Я собираюсь тебя защищать. Ты не разбираешься в жизни. Так насколько ты близок к Джо? Если честно, я люблю Джо. Вот же сука, я не собираюсь защищать Геста. Вот. Джо сказал, что возьмет нас в семью. Джо был подонком, подонком остался. Семью берут за то, что ты лох. За то, что ты хороший дымобойщик. За хороший член. Пошли со мной. Так это как бы не вариант. Кто знает, может, вот в другой раз. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. 2000 душ. С каждой минутой жизнь налаживалась. Что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Да, кстати, Витас, я постараюсь немного изменить твой приговор. Да ладно! Я человек чести. Правда? Иди, 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 иди. Шеф, да музыка! Он не соврал. Я вышел на свободу. Ну давай, дерись как мужик! Вот, а вот, так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Витас, вы арестованы. Когда я с зоны вышел, я снова скоро сел. Иди. Я уж думал, ты не придешь. Мы празднуем твое возвращение. Хороший план.
Хочу снова работать с тобой. Я не думал, что ты будешь так бить копытом. Понял. Ну ты труп! Стреляешь, как моя сестра. А это хозяйская кровать. О, и места хватит на троих, даже на двоих. И она скрипит. Это безусловный плюс. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? Пиздуй нахуй с моей улицы, бля, сука! О, господи. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Джо! Эй. Ребятки, я умираю. Веди себя прилично. Ладно, Витас, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Я работаю на Карло Фальконе, и мы собираемся ширяться. Джо уже некоторое время ширяется. Раз ты его друг, мы тебе хотим сделать... Нет. Ну, я заинтересован. Да ты что-то не возбудился. Пошлость. Звенящая пошлость. Чента! Мне сегодня много псовсать нельзя. Выпьем за вас, ребята. Иди ты, пизда с ушами. Да что за... Чем смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, я... Ты сам виноват. Я тебе сказал, что... Я умираю. А ты взял меня и напоил. Что тут думать? Закопаем... Я уже подобрал местечко. Так, мы на месте. Как хуёво-то... Кажек! Сколько я себя помню, я всегда хотел быть гангстером. Скорсезе! Ты сука, сволочь большевистская! Эй, вот же яма! Раз могилу выкопал, давай ложись! Спокойной ночи, шлюхи! Я выбил тебе приключение. Сделай это хлеб и винчик. Какого хрена? Эй, Вита, слазься! Изи... Голова раскалывается. Господи. Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Угадай, кто? Приключения Вуди и его друзей. Режиссер Дик Ланди. Дик. Хуй! Сюрприз, мадафакер! Ты умер. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Это Карло. Что ты думаешь? Ну, если честно... Хрень творится. Было приятно. Кто пропал? Лука. Да. В этом замешан Лука. Прибей, ублюдка. Да. Прибей. Да. Хочу тебя. Да. Да. Нет! Черт!
Твою ж мать! Весь в говне, блядь, а? Весь в говне! Металлист. Так ты теперь под себя входишь, да? Капитан Сортир спешит на помощь. Заткнись нахуй, сука. Я тебя знаю. Это ты... Дебил, ёбаная сука. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы знал, что происходит, если бы ты знал... Заткнись! Меня послал папа. Ему не нравится, когда всякие фарш пускают его ребят на глисты. Ты глист. Зови меня Лука. Глист. Вот что я тебе скажу. Ого! Сказал гинеколог. Ого-го, отозвалось эхо. Try to remember some of the basics of CQC. Так-то, Сэм! Убейте его, гинеколога! Потом убей меня, если захочешь. Прекрасно, Растин. Ах ты, твою мать. Что за... Чёрт! А? Думает, он самый умный. Думаешь, ты самый умный, а? Ну давай, попробуй! Сукин сын, что он там? Пиздец! Чёрт, чёрт! О, боже! О! Привет, Витас. О, святая Мадонна, какого черта ты помылся перед тем, как сюда переться? Думаешь, мне нравится? Ну и вонища! Вот и ты, Витас. О, святая Мадонна. Знаешь, плохой костюмчик. Спасибо. Лео, рад тебя видеть, как сам? Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Я был бы рад видеть тебя в раю. Это твой шанс. Я выбил тебе шанс на раю. Не знаю, что сказать. Но раз уж Джо твой лучший друг... Не надо ничего говорить, а теперь иди. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего. Тебя и меня нас берут в семью. Да ладно. Да. Правда? Да. Правда? Да. Да ладно. Нас берут. Вот. Боят. Да ладно. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй, пошел ты. Дальше, дальше, дальше. Где? Что там еще? Ключище. Так, здесь какая-то бочка, парни. Бочка с кипящей смолой. Ага. Ключ на дне, достань ключ. Достань. Парни, вы чего? Вы что, с ума сошли? Ради победы. Ради команды. Ради страны. Давай, Ваня. Ага. Тут нет ключа. Ваня, там рядом бочка с серной кислотой, там ключ. Твоя очередь. Эй. Коли я вийду туди, то представ мене як Джокера. Джентльмены, это Виттес.
Ты вступаешь в общество недостойных людей. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем Бог. Знай, его для тебя просто нет. Покажи мне палец. Повторяй за мной, Виттес. Да сгорит душа моя в аду. Да сгорит душа моя в аду. Сонных гинда. Алло. Это Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да. Мне телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Заебись. Доброе утро, Арсул Эрлад. Доброе утро. О, Джун Чимок Мавлазак Сауж. Снова возьмет тебя куда? Здрасте, мистер Фалькон. Доброе утро. Я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе он перерезал себе горло. Есть доказательства того, что он перерезал себе горло. Он похитил и пытал себе горло. За нападением стоял Клемент. Ничего не понимаю. Это война. Именно. У меня есть план. Черт, убери Джо. Джо, сейчас же. Эй, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать... Мне лучше работать одному. Подведите. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Переоденемся рабочими. С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Будь здесь! Всегда на вторых ролях. Иногда хочется так. А получается так. Нейродос, чтобы близость длилась дольше, а финал был ярче. Тебе стоит порыться в канализации. Я сейчас могу и желтую по всей комнате размажу. Нет! Мать! Его убили! Убили! Ладно. Куда мне идти? Что делать? Эй, мои деньги у тебя? Нет. Я не держу слово, разве нет? Вот, держи. Не прогуляй все сразу. Спасибо. Встречайте! На сцене... Хуй! Генри, это Эдди Скарпа. Якобс Арамаге. Ублюдок. Присессор, Генри. Так, а... Лео все разорялся о том, что занимается какими-то грязными делами. По-моему, он хотел Винчика. Ублюдок. Витекс говорит, ты хочешь срать. Да. Разумный подход. Мы должны насрать на гале Лео. Убери Лео. Лео? Ясно, не волнуйся, сделаем сегодня. Ладно. Лео! Я больной! Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Я больной! Проваливай, пока не схватал Лео, убери пушку! Я хочу выпить! Лео, нет времени болтать! Скорей выпить! У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Хочу! Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Я совсем больной! Слушай, Фальконе заказал выпить. Сюда уже едут, уходи отсюда. Что? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет выпить, потому что Клементен хочет его. Джо. У Карло торгует котиками. Наврал, что хочет выпить. Что? Фальконе узнал, Фальконе. Карло. Сели встали. Эй, может в душ выпить? Это не самая разумная идея. Что это ты тут делаешь? Я хочу выпить. Слушай, Генри, Сас, я мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь меня спас, Сас. Если мне не ползать, то мне крышка. Теперь уходи. Нет, Лео, должен быть выход. Витас, иди нахуй. Лео
Ну, парень, я твой должник. Малыш. Лео. Хочешь выпить? Теперь все напуганы. Никто не хочет кончить. Теперь у нас на мушке правая рука Морелла. Но сегодня мы собрались по другому поводу. У прокурора нынче праздник. Но сегодня мы собрались по другому поводу. Ну, я виделся с парнем Тукинем. Всем известно, что Тукин гонит лучше домашней виски. Когда он дал мне попробовать эту штуку, я вас умоляю! Ну так я поспрашал его насчет этого. Говорит, но проблему. Он притащит столько, сколько мне надо. Меня аж трясет, когда я думаю о бабках. Короче, можно заказать грузовик отличной косорыловки. Мысль мне нравится. Привезите мне бутылочку. Мне тоже. Я знаю, как мы это сделаем, Сос. Напротив, через улицу, телефонная будка. Торис. Ты заходишь в будку, звонишь в будку и просишь пойла. Думаю, со звонком-то я справлюсь. Алло. Грузовик пойла. Быстро! Поищи кого-нибудь другого. Я сказал! Грузовик пойла. Пошел нахуй! Хуже с нами еще ничего не случалось. Этим ублюдкам что, здесь какой-нибудь драный лунопарк? Это война. Вы имеете в виду убрать его? Да. Есть пара коктейлей. Гори! Что они сделали? Убить меня пытались, мать их. Что? И спалили мой дом к чертям. Вот это да. Пизда. Хочешь разобраться прямо сейчас? А то, ну да. Надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Ты крыса. Я понял. Мистер Анджело? Да? Ты крыса! Парк. Дворец удовольствий, Джо. Витас, почему ты не пришел домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты... Жива. Откуда ты звонишь? Сейчас бы кому-нибудь въебало дать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн Парк. Ладно, поболтаем. Ладно. И ствол возьми. Ладно, ну до встречи. Котики. Ладно. Dylan, you son of a bitch. Садись. Горбун отверженный. Я тут немного покопался в делах Карла. И единственная причина, почему он убивал покупателей. Конкуренция. Теперь ему нужно убрать единственного, кто может помешать ему стать главным дураком в деревне. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? За 110 тысяч. А за сколько она уйдет? 5 тысяч. Класс! Есть один еврей из Дада.
Он даст нам 5, если вернем 105. Получим прибыль, Винчи был прав. Котики это плохо, они убивают. Слушай, думать не надо. Думать не надо. Витас, будь дураком! Когда? Сейчас. Мне нужно 5000 двадцатками. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сучке, как ты? Секрет. Я дам тебе 5000 сегодня, а ты вернешь мне 165. Это круто. Если не отдашь, член будет расти. Это круто. Член будет расти на 10 матриков каждую неделю. Это не круто. И убью вас мечом. И возгорится жопа, Генри. И будут жены ваши с женами, жопами. А дети ваши женами, сирот. Вот и все. Айзек, подготовь меч. Победи меня. Но на всякий случай учтите, даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Ну все, залезай в машину. У меня верное дело. Поверю тебе на слово и верну все в пятницу. Удачи, мальчики. Плохо есть! Понятия не имею, о чем ты говоришь. Это он послал тебя сюда. Вот расплатимся с Бруно, и тогда и будем веселиться. Ладно. Никогда, джентльмены, не связывайтесь с котиками. Никогда. Сплошной геморрой. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги. Но пришли тюрьма, страх, кровь. Это Эдди. Джад. Ждет тебя в планетарии. Не заставляй его ждать. Садитесь, пожалуйста. Эй, старик. Ну? Ты капитально облажался. Ты приостился. И войну, блин, устроил. Ведь копчу убиты. Федералы убиты. А теперь еще половина людей мира убиты. То, что ты натворил, это из-за того козла Джок. Ты знаешь, на кого он махал? Он работал на Сатану. Будь дураком! Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Я анагенал. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Ты уже ходячий труп. Так что он отослал меня в пиздада. Я умер. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Убери Джо. Когда? Сейчас. Ладно, остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. На край. Привет, парни. Что они тебе сказали? Убери меня, и ты прощен. Джо.
тебя не люблю. Готово? Готово. Поехали! Привет, мама. Я вернулся.